день, дорогие друзья! С вами Арбалетная Поляна. Меня зовут Александр. В прошлом обзоре я говорил, что мы постреляем с китайского лука Sunli de Velocity, он же Kinetic Retic, на дистанцию в 50 метров. И сегодня хотелось бы пострелять на 50 метров стрелами Torum. Стрелы нам также предоставила компания Mindhunter. Не судите строго, получится, что получится. Мы первый раз стреляем с этого лука на 50 метров. Тут самые простые девайсы. Тут, как мы говорили, топ-поицкий прицел. Самая обычная топ-поицкая полка. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Стрелы летят достаточно уверенно. Я теперь не буду покупать американские стрелы, я теперь буду покупать только российские стрелы. Вообще, вот постреляли Sunli de Velocity, ну... Достаточно много выстрелов было совершено вот именно с этой модели. Мы получаем только положительные эмоции. Я отстреляю 6 стрел, потом посмотрим. Быть может, в дальнейших обзорах постреляем на более дальней дистанции, постреляем на 70 метров и, может быть, даже на 100. Но... Там мы поменяем уже и прицел, и полку, будем стрелять уже с санлидовских. О них тоже расскажем позже. Либо обзор запилим, либо просто покажем уже. Еще у нас есть стрелы Фемида, мы ими тоже хотели пострелять на 50 метров. Не знаю, как-то они себя странно вели, но... Еще не тестили. Ой. Ну что, можно пойти посмотреть. Последний выстрел чуть не сорвался. Опасно. Ну, если исключить данные два отвода, которые я, судя по всему, дернул, это последний выстрел. Может быть и нет. То на 50 метров можно попадать все в яблоко. Мы сейчас подведем чуть прицел, чуть подымем, сместим вправо и будем стрелять в бумажку-то точно на 50 метров. Ну а в дальнейшем попробуем пострелять еще стрелами Фемида. А потом найдем где-нибудь дистанцию и будем стрелять уже больше, на 70, на 80, даже может быть на 100. Как-то так. С вами был Александр, это Арбалетная Поляна. Ставьте лайки, пишите, что нравится, что не нравится. Пока!